Никогда, абсолютно никогда, даже и не могли мы думать, что можно на старости лет начнется новая война. Это в страшном сне даже нельзя было представить, чтобы такая бойня повторилась. И страшно, конечно, мы на Украине живем, в Украине уже почти 60 лет. Мы сюда приехали, здесь было очень хорошо. Какие деньги у него были, печатали, как из Сумпалая. В детстве я пряталась от бомбежек в коридоре, прятались мы в старых этих домах. А сейчас тоже, как только начинают бомбить Харьков, когда эта тревога начинается, мы тоже идем в коридор. Защитит он, не защитит, непонятно. Но, конечно, очень страшно, когда погибает молодежь, когда рушатся эти прекрасные здания. Прижмемся, вот здесь к стеночке прижмемся все, и стоим тут рядышком. А вот там даже скамеечка есть, видишь? Чтобы мы уже жили нормальной жизнью. Это беда. И беда это и русского населения беда. Потому что их дети погибают. Ни за что, ни про что. Спрашивается, за что? Уже когда первая война была, хорошо, это, вернее, это Великая Отечественная война была, понятно, что это фашисты, что это не наш народ, не все. А здесь же дружественный народ, общая культура, почти близкая культура, близкие и по языку близкие. И как можно было, что вот такое? Это страшно.